Конец полярной ночи, точнее все уже полярное закончилось. Сейчас, даже сейчас посмотрим, сколько время. Мы сегодня поздно вышли, ну даже часов в 2. Сейчас без 23. Вот такой вот полумрак. Ну, прям ночь закончилась. Едем мы в сторону Питьевого озера. Хотим проехать по Питьевому озеру и обратно. На КПП сегодня не поедем, как обычно. Как она называется? Снежинка или как это? Вот. Туда можно, в принципе, не на лыжах, можно на автобусе проехать. Погода замечательная. Вообще, где-то минус 1 градус. Тут вот проводят столбы, ЛЭП проводят. Миниатюрные ЛЭПы для строящихся домов. У нас такой скальный, как называется, озер. Для озерки, что-то такое там название. Вот, здесь какое-то животное пробегало. Животные тут водятся. Кстати, раньше, когда я время пробежки, здесь видел, встречал зайцев. Белки, само собой, города недалеко. Но потом, как расцветет, где-то в конце февраля, может, в начале, может, в середине, буду ездить за озеро, за КП-2, и там ставить фотоловушку чуть подальше. Вот. Жалко, что сейчас темнеет. Вот такая рано. Природа здесь. Такая сказка. Дети впереди. Узкая лыжня, то это здесь школьная, где-то плоские все, или может все люди, дети тренируют, у нас тоже такое было, не заблудиться, все равно флажки все время на трассе висят, там, видно, он там, в конце, лежит, там, и флажок не видно. Флажка просто замечательная, может, видно, что трассе, я тоже не думал, что это не у нас, что дома.